Любите нас, как любим вас, и будем вечные друзья с Авдя и Ника. Позвольте, позвольте, но это же, ну, конечно же, это наши почтенные дамы. Алле. Здравствуйте. Утренняя почта вас беспокоит. Мы с тобой дома? Ну, естественно. Говорите. Да-да-да-да, наши фотографии, наши фотографии. Только когда это было-то? Тогда еще почты по утрам не давали. Чего это? Звонят с почты, спрашивают, нет ли пожеланий. Ну, естественно, есть. А как же? Подхожу я сегодня утром к почтовому ящику, а он пустой. Последнего номера здоровья нет. Она здоровья как раз у нее и нету. Потому как ящик у нее порожный. Ну, позвольте, что вы такое говорите? Алло, алло. Ах, это утренняя почта. Ну, естественно, есть пожелание. Конечно. Видите ли, утром я хожу в бассейн, потом посещаю косметический кабинет. Так нельзя ли утреннюю почту передавать вечером? Ну да. А как элегантно звучит вечерняя утренняя почта. Или вечерняя бандероль. Да не слушайте вы, это ее такая роль. А вообще-то мы с ней больше дуэта любим. И чтоб на пару, и чтобы на распев.